Что такое «Опора России»? Во-первых, это большое объединение единомышленников, которые помогают друг другу в бизнесе. Всего их более 400 тысяч по всей стране. В Туве, в пока еще молодой «Опоре», уже более 130 предпринимателей. Мы проводим разного формата форумы, бизнес-тренинги, обучение. Создаем возможности для проявления самим предпринимателям стать экспертами в той или иной области. Кроме того, мы путем консультирования в области там, юридических вопросов, финансовых вопросов, также помогаем предпринимателям в тех или иных вопросах. Для вступивших в ряды опоры открываются двери не только для бизнес-тренингов и консультаций. Например, они могут общаться с единомышленниками в своей сфере и с других субъектов РФ, вместе решать сложные для нашего региона кадровые вопросы. В этом году этой проблеме здесь будет уделено особое внимание. В частности, единомышленники ответят на вопросы, как избежать текучки кадров, найти своего работника и замотивировать его. «Опора России» помогает и в решении вечных проблем. Мы сейчас живем в такое время, когда очень часто меняется законодательство, да, и мы совместно, не только предприниматели, но и надзорные органы, мы вместе изучаем новое, внедряем это, где-то смотрим ошибки, и поэтому мы хотим с надзорниками работать прямо в очень хорошем тесном контакте, чтобы у нас было не так, чтобы только нас наказывали, да, чтобы мы вместе разбирались. Успешные организации всегда взаимодействуют с медиа. «Опора России» в Туве понимает важность открытости бизнеса, поэтому привлекает к взаимодействию местные СМИ. Для этого они организовали журналистский конкурс. Конкурс проводится с 26-го, то есть завтрашнего дня. То есть ваши все материалы, которые здесь выставлены, они уже будут считаться. Мы решили разделить печатных и телевизионных, потому что находятся в разных весовых категориях. Работы, связанные с деятельностью предпринимателей, будут приниматься в течение года до 10 декабря. Оставить ссылки на репортажи можно на сайте opora.tuva.ru.